24 февраля стало известно, что 35-летняя актриса Катерина Шпиц и ее возлюбленный Руслан Панов наконец-то узаконили свои отношения. Об этом актриса лично сообщила в Инстаграме, опубликовав трогательное фото в свадебных нарядах, на которых новоспеченные супруги демонстрируют обручальные кольца. Церемония бракосочетания прошла в Барвихе. Для торжества Шпица выбрала белое пышное платье с обнаженными плечами, эффектно подчеркивающее тонкую талию невесты, а жених – классический черный костюм. Казалось, звезда фильма «Крымский мост» сделана с любовью, елки, экипаж подобный. Катерина Шпица получила предложение руки и сердца еще в 2018 году, причем весьма романтичным образом. Ее избранник встал на одно колено прямо на сцене театра на глазах у восторженной публики. А вот самим заключением брака у пары долго не получалось. Артистка признавалась, что мечтает о пышном празднике, но у нее катастрофически не хватает на это времени. Цепанов познакомились несколько лет назад, когда актриса начала заниматься в фитнес-клубе. На сегодня о новом супруге Екатерины не так уж и много информации. Известно, что Руслан родился в Республике Саха, а позже переехал в Москву, где работал персональным тренером в одном из фитнес-клубов столицы. Руслан Панов имеет два высших образования. В настоящее время Панов, по одним данным, является директором сети фитнес-клубов X-Fit Столешников, а по другим в фитнес-клубе он работает тренером и управляющим. Для Шпицы это уже второй брак. Ранее актриса была замужем за актером и каскадером Константином Адаевым, от которого в 2012 году родила сына Германа. Однако появление наследника семью не спасло. Супруги расстались, но сохранили теплые отношения ради сына. Что ж, остается только присоединиться к поклонникам актрисы и пожелать молодоженам любви и долгих счастливых лет совместной жизни. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!